Отношения между Латвией и Беларусью – это отношения добрососедства. Это очень-очень крепкие, очень такие стабильные отношения. И цель, самая главная цель визита премьера есть укрепление, углубление этих добрососедских отношений. И если мы смотрим уже на конкретные задачи, тогда они где-то в трех плоскостях. Первая плоскость это политические отношения, они связаны с очень важным выдающимся событием, которое планируется, это есть визит президента Александра Лукашенко в Латвию. Такой визит действительно на распорядке дня. Потом, конечно, у нас есть очень хорошие, эффективные, такие результативные экономические отношения. Тоже будут серьезные переговоры по этим вопросам, особенно которые связаны с логистикой и транспортом. И третье направление очень, очень специальное, и, может быть, эмоциональное, и такое приятное, и романтическое в какой-то мере именно даже. Это есть предстоящий чемпионат хоккея мира, который мы организуем вместе в 2021 году, и это тоже на распорядке дня. Сейчас так посмотрим, может быть, как выглядит каждое направление. Политические отношения как таковые. Надо сказать, что политические отношения действительно у нас очень активные. И есть активный обмен визитов на очень высоком уровне. И в принципе, что интересно, что все уровни, в принципе, уже были. Все. Начиная от министров и других руководителей государственных учреждений, и, конечно, самоуправление, и премьеры. В данном случае мы видим, что вот премьер приезжает. Наш предыдущий визит премьера был в 2018 году в начале. И сейчас как будто вся эта вертикаль пирамида, она действительно получает самое высокое развитие. И это есть самое, может быть, такое важное признание действительно очень хороших отношений, которые имеются между нашими странами. Это есть визит президента. Хотя визит президента, он не только двухстороннее такое событие. Я думаю, все-таки это более широкое значение этому визиту. Потому что это есть визит в контексте отношений между Белоруссией и Европейским Союзом, чтобы эти отношения развивались. Латвия, моя страна, мы очень заинтересованы, чтобы было сотрудничество между Европейским Союзом и Белоруссией. Также, я думаю, и в плане диалога между НАТО и Белоруссией. Потому что в наше тревожное время, естественно, меры, которые должны приниматься по взаимному доверию, и другие меры в военном сотрудничестве очень-очень важны или более широком смысле. Это есть тоже консультации по вопросам безопасности, в первую очередь, в регионе. Так что сам визит действительно имеет более широкий и более важный, более такую важную основу, если так выразиться.